Вот, шпорцевая лягушка, альбиносная форма. Ну, так-то довольно-таки прикольные создания. Вот, видно, да, выразительные глаза, которыми она умеет шевелить. Вот, передние лапы, похожие на кисти рук. Вот, когда она ест, она ими прямо так забавно управляет. Пищу направляя в рот. Так, ну что-то не нравится им быть фотомоделями, похоже. Что-то обе они как-то так это игнорируют нашу тему. Вот такие кипишные создания. Если в аквариуме крупные камни, они любят лазить под этими камнями, ворочить их. Дышат они атмосферным воздухом, то есть вот видно, они поднимаются к поверхности, захватывают очередную порцию воздуха и опять погружаются вниз. То есть такие своего рода ныряльщики. Ну вот кормление, то есть попытаемся сейчас засечь, как передними лапами она прям как человек берет червяка, проталкивает его в рот. Ну, вообще, я говорю, интересная такая тоже живность. У меня, когда самцы созрели, я полчаса ходил по квартире и прислушивался, где же у меня розетка скрипит. И потом, к своему удивлению, сделал вывод, что о, это самцы созрели у лягушек. У них вот такой характерный брачный зов. Не голодные. Вот, да. Сытую скотинку трудно под контролем накормить. Обыкновенная форма, они такие же, только зеленые. Зеленые и такие темненькие пятна у них.